В России нужна реформа государственного устройства. Я недавно эту реформу предложил в блоге и в Фейсбуке. Нам нужна новая конституция. Пока действует старая, давайте будем ее исполнять, но одновременно давайте вести дискуссию на тему того, какой могла бы быть конституция новая. Старая устарела. Более того, она принималась без настоящей дискуссии между сторонниками разных позиций. Предложил бы ввести пост императора, который был бы верховным главнокомандующим, имел бы право помилования, представлял бы правительство в парламент, отрешал бы правительство от власти, если будет в этом нужда. Императора нужно избирать всем народом пожизненно. А вот вместе с монархической системой, в некотором ее варианте, я бы восстановил систему советов, избираемых прямо населением на местном уровне и на уровне региона. А вот Верховный Совет, который, впрочем, можно как-то иначе назвать, чтобы не ассоциировать его с советским строем, я бы предложил избирать из депутатов областных советов верхнюю палату и из депутатов местных советов нижнюю палату через голосование самих этих депутатов в обоих случаях, в верхнюю палату или в нижнюю палату. Предложил бы отказаться от запрета на государственную идеологию, оставив запрет на идеологию общеобязательную. Ну и предложил бы прописать в качестве главной ценности жизнь, свободу, безопасность, самобытность нашего народа. И вот с этой главной ценностью нужно гармонизировать ценности прав и свободы человека, которые, конечно, должны уважаться, но которые нельзя отделить от ответственности и от гражданских обязанностей.